Катание с горки – любимая зимняя забава детей и взрослых. А для тех, кто предпочитает санкам тюбинги, городской этнопарк «Амазония» подготовил настоящий сюрприз. Теперь на ватрушках можно прокатиться не только безопасно, но и с комфортом. Этой зимой в парке открылась первая в республике тюбинговая горка с подъемником. Катание на ватрушках – самое популярное зимнее развлечение. Но безопасным оно может быть только на специально оборудованной трассе. Бугильный подъемник, он уже широко имеет распространение в Европе, в России. И он был, ну, на мой взгляд, даже необходим в Чувашии, где в случае травматизма катание на диких горках обусловлено, ну, серьезными проблемами для семей, детей. Я с уверенностью могу сказать, что это самая безопасная трасса для катания на ватрушках – ну, в Чувашии. Безопасность на первом месте. На протяжении всей горки установлены защитные сетки. Спуск и подъем проходит под наблюдением опытных инструкторов. Присаживайся. Крепко держишься за поручни. Ногами не болтай, то есть повыше подними. И сам не заваливайся никуда, ладно? Все, поехали. Поговорка «любишь кататься, люби и саночки возить» совсем не для парка «Амазония». За вас саночки, а точнее тюбинги, да и вас самих в горку доставит механический подъемник. Круто, здорово! И ватрушку в горку не надо тащить! Здорово! Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.